20 лет успешной работы в отрасли химической промышленности компания «Щелково Агрохим» отмечает важный юбилей. Сегодня она известна далеко за пределами Щелковского района и каждый год внедряет в работу инновационные технологии. Праздник в честь юбилея проходит в Щелковском районном культурном комплексе. У нас прекрасное настроение, праздничное, все отлично, все хорошо. Поздравляем Щелково, как сами сотрудники «Щелково Агрохим». Желаем процветания на долгие года. Желаю много успехов всем команды и наилучшие пожелания. Сегодня опытные химики заперли лаборатории на ключ и отдыхали. Повод более чем весомый. Два десятилетия трудятся на нужды страны. Компания «Щелково Агрохим» – правопреемник и продолжатель традиций Щелковского химического завода. Став самостоятельной фирмой во времена перестройки, предприятие темпов развития не сбавило. Наоборот, к юбилею подошло с внушительными результатами труда. Мы рады успехам компании. 140 лет назад начала создаваться химическая промышленность Щелково. 20 лет работает Щелково Агрохим. Так вот, то, что был монстр, создан на промышленной зоне, Щелково Агрохим за 20 лет перекрыло своими результатами и показывает как бы пример всем остальным предприятиям нашего района в таком безудержном рывке вперед. Мы им благодарны и поздравляем их с праздником. Я вас уважаю и люблю, потому что неоднократно был на вашем производстве. Это, конечно, космос химической промышленности. Средства химической защиты растений этой марки распространены по всей стране. Продукт широко известен и на мировом рынке. Лозунг «Щелково Агрохим» – российский аргумент защиты – стал признаком качества товаров. Над ними трудится более 1000 человек. В том, чтобы создавать лучшие средства защиты растений, создавать безопасные средства защиты растений, создавать безопасные условия труда, развивать промышленность отечественную, развивать науку химическую средств защиты растений, ну и, конечно же, развивать регионы, в которых мы работаем. Одна из лидирующих позиций в России по рынку. И, конечно, я считаю, что одно из лидирующих позиций в мире по научным разработкам в сфере препаратов защиты растений. Как подтверждение, количество наград и благодарностей в адрес юбиляров. Среди них даже знак преподобного Сергия Радонежского. Поздравляют власти, поздравляют депутаты, поздравляют даже благодарные жители. Свое мнение о работе компании высказал и ведущий вечера, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Щелково Агрохим. 20 лет всех побеждали, и я уверен, еще 100 победим. С праздником, друзья, для меня большая честь быть с вами в памятный юбилейный день. Спасибо. Десятилетие на одном месте – это тогда, когда любишь работу, не иначе. Так трудятся многие в компании «Щелково Агрохим». Среди них и Валентина Воинова. На предприятии она с момента основания. До этого еще 30 лет трудилась на химзаводе. Я лично хожу на работу вот как в свою семью, вот как в свой дом. Вот я иду на работу, и мне нравится, что я прихожу, что я работаю с людьми, которые мне приятны, которые понимают меня, с которыми мне интересно общаться. И работа моя мне нравится. Торжественная поздравительная часть плавно перетекла в концерт, которого сотрудники ждут каждый год. Атмосферу праздника традиционно поддерживали популярные эстрадные артисты. Наталья Медведева, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».